Это участок улицы Тепличной, ведущий в сторону микрорайона Макаренко. Из-за движения грунта там сильно пострадало дорожное полотно, а угол наклона дороги приблизился к опасным значениям. В общей сложности пристального внимания дорожников сейчас требует около 150 метров трассы. Произойдет демонтаж данного участка и будет выполнена подпорная стена, после чего уже будет выполнено новое покрытие. На данные виды работ нам необходимо 2 месяца. На время работ движение по участку дороги полностью перекрывать не будут. Для этого рабочие соорудили временную полосу, где с 10 февраля автомобили будут двигаться в реверсивном режиме. Об этом участке дороги жители села Раздольное рассказали Алексею Копыгородскому на встрече, которая состоялась в селе 26 января. Глава города отдельно отметил, что ремонт необходимо провести не только быстро, но и качественно. Самое главное, что сегодня подрядчик выполнит работы оперативно. Вы видите, что они уже начались после схода, после поручения. Как только не закончат, обязательно покажите жителям, чтобы они увидели, что здесь все ровно, что здесь безопасно передвигаться, комфортно и все, что просили, максимально сделать. Сейчас дорогу ремонтируют больше 10 человек и несколько единиц техники. В дальнейшем их число может увеличиться. По словам местных жителей, она для них крайне важна. Она практически связующее звено с городом, она кратчайшая. В ту сторону, транспортной и в сторону стадиона. Там большие пробки собираются. Это важная дорога, это наше звено, это связующая наша дорога. Наши дети, автобусы рейсовые, все ездят по ней. Местные жители отдельно отмечают оперативность принятого решения. По их мнению, это не только решит проблемы с транспортной доступностью микрорайона Министерские озера, но и снизит риски дорожно-транспортных происшествий.